Кафе «Невідомий Петровський» залишилося без літнього майданчика. 19 червня його зі скандалом демонтували співробітники КП «Благоустрій міста» міської ради. Відповідне рішення про демонтаж прийняли днями на виконкомі, адже у власників арт-кафе не було потрібних дозвільних документів. За словами чиновників, належне повідомлення у «Невідомому Петровському» отримали ще 5 червня. Проте у закладі говорять, документи в процесі оформлення, а небажання почекати їхньої готовності називають політичним тиском. Власником, за неофіційними джерелами, є один депутат міської ради, а орендарем, як з'ясувалося на місці, інший. Арт-кафе «Невідомий Петровський» працює понад 8 років і є популярним майданчиком для виступу музикантів Дніпра. Связываю объективно с тем, что вчера прошла сессия городского совета. Я на этой сессии активно выступал за то, чтобы сохранить дом учителя в центре города и чтобы сохранить его от застройки. Ну и вот сегодня, знаете, ровно в час, как-то быстро, неожиданно приехали. Видимо, Борис Альбертович решил передать привет, как обычно, в своей форме. В конечном итоге с собой они увезли забор наш и часть имущества. Часть имущества мы спасли. Документы, как таковых, они дали только почитать в их руках. И запросили все документы на эту летнюю площадку. Оказалось, что там нет ни земли, оказалось, что там нет ни недвижимости. То есть пристройка эта абсолютно не оформлена была. И мы по процедуре вынесли ее на исполком. И вот 18 числа проголосовали. И маємо у відповідь коментар міського голови Бориса Філатова телефоном. Я хотел бы сказать господину Куприенко и господину Хозину, что в этой ситуации едино они выглядят нехорошо. Я бы на их месте, если имеет отношение к этому пить, извинился перед территориальной громадой и подал бы в надлежащем порядке документы на узаконение. И поверьте, с учетом, что это была достаточно популярная летняя площадка, мы им выдадим эти документы. А если они думают, что будут рядиться в тогу оппозиционеров, пытаться таким образом манипулировать общественным сознанием, у них не получится, потому что правда не на их стороне.